Сегодня мы поговорим о новом виде маски, выпускаемой компанией Mary Kay, биоцеллюлозной лифтинг-маски Time-Wise Repair. Эта маска относится к типу листовых или тканевых масок, которые представляют собой основу тончайшего листа, который содержит в себе комплекс активно действующих на кожу компонентов. На сегодняшний день эта маска вызывает огромный интерес клиентов, которые настроены на молодость и ищут способы омолодить свою кожу, придать своей коже выраженный видимый лифтинг-эффект. Всплеск популярности этой маски связан с производством корейских масок, которые уже показали себя как маски, эффективно воздействующие на эластичность и упругость кожи. Основа нашей маски, биоцеллюлоза, образует барьер, который препятствует испарению и окислению состава этой маски в течение всей процедуры. Наиболее плотное и эффективное прилегание основы к коже обеспечивает моментальную пользу, биодоступность всех питательных активных компонентов, входящих в состав этой уникальной маски. Маска оказывает максимально возможное воздействие на кожу лица и относится по своей категории к премиум-классу. Итак, что же означает биоцеллюлоза, биоцеллюлозная маска, маска на основе биоцеллюлозы? Эта маска представляет собой тончайший лист из инновационного материала биоцеллюлозы. Биоцеллюлоза – это сверхтонкое природное волокно. Представляете, его диаметр около 20 нанометров, а 1 нанометр – это 1 миллионная доля миллиметра, что в 3,5 тысячи раз тоньше человеческого волоска. Волокна биоцеллюлозы образуют трехмерную сетчатую структуру, которая обладает необычайной эластичностью. Эта эластичность дает возможность достигать эффекта второй кожи, как вторая кожная мантия. Биоцеллюлозная маска ложится плотно, повторяя контур лица каждой складочки, каждой морщинки на нем. Наиболее эффективное проникновение активных веществ обусловлено плотнейшим прилеганием природного волокна биоцеллюлозы. Кроме того, биоцеллюлоза обладает особенностью и способностью впитывать и удерживать огромное количество жидкости в 100 раз больше собственного веса, а при наложении на кожу легко отдает ей это содержимое. Биоцеллюлоза абсолютно биосовместима с человеческим организмом. Она не отторгается вообще. Поэтому маски на основе биоцеллюлозы не могут вызывать аллергических реакций. Это свойство биоцеллюлозы используется широко в медицине. Например, в ожоговых центрах это является одним из самых высоко и дорогостоящих лечебных компонентов, когда у человека четвертая степень ожога и когда ожогу подвержена и сожжена дерма и эпидермис до фасций, наложение биоцеллюлозы позволяет восстановить полностью кожный покров. Вот такие у нее уникальные регенерационные восстановительные свойства: сращивать кожу, восстанавливать ее. Это свойство позволяет сильнейшим, активнейшим образом придавать нашему лицу регенерацию, то есть восстанавливать коллагеновые волокна, восстанавливать тургор и всю арматурную часть кожи, делая лицу контурную подтяжку. Лифтинг – это подтяжка. Существуют наряду с биоцеллюлозной маской маски из ткани на основе обычной хлопковой целлюлозы. Они единственный плюс имеют, они намного дешевле. Но в остальном они не имеют тех преимуществ абсолютной биосовместимости, абсолютного прилегания, усиления биодоступности ингредиентов, которые входят в состав, чем пропитана биоцеллюлозная маска.
Другие маски, они, скажем так, играют роль лишь салфеточки, лежащей на лице. Также существуют маски из гидрогеля, но они, к сожалению, имеют промежутки между своей поверхностью и поверхностью лица, соскальзывают, поползновения кое-какие смещаются. Также они пропитаны желатином, что снижает их эффективность. Сама биоцеллюлоза, из которой изготовлены наши маски, стимулирует регенерационные процессы, эффективно восстанавливает поврежденную кожу, оказывает на нее подтягивающее воздействие. На сегодня биоцеллюлоза – это лучшая основа косметических масок из всего известного космецевтики. Однако по стоимости она заметно превышает другие варианты, ну, посудите сами. При этом однократное применение маски дает видимые положительные результаты. Кожа становится более свежей, нежной, заметно разглаживаются складочки, визуально улучшается овал лица, контур лица. Я своими глазами убедилась в этом. Маска обеспечивает увлажнение на 24 часа. Разовое применение маски – это как скорая помощь. Если у вас особо трудный день был, бессонная ночь, стресс, чрезмерно активный образ жизни, маска помогает эффективно, быстро привести лицо в ухоженное состояние, лицо в порядок, лицо на 5 с плюсом, кожа класса люкс. Вы сможете выглядеть уже на следующий день отдохнувший. Применение этой маски не имеет возрастных ограничений. В любом возрасте эта маска может служить даже для девушки палочкой-выручалочкой. Она снимет с лица следы стресса, усталости, придаст ухоженный вид, и вы будете выглядеть на миллион. Или вам нужно подготовиться к особенному и важному событию в вашей жизни. Срок хранения этой маски 3 года. Ее активные компоненты, которыми влажным образом пропитана биоцеллюлоза, сохраняют свою активность, не окисляясь в специальной упаковке. Эта маска может быть всегда при вас, как на экстренный случай пакетик этой маски может быть при себе. Так как маска подходит для абсолютно всех типов кожи, мужская кожа в этом случае тоже не исключение. И мужчины также могут выглядеть дорого, также их морщинки могут быть ухожены. И улучшается цвет лица, это очень красит мужчину, бесспорно он будет ухожен. В состав маски входит более 20 активных ингредиентов, которые комплексно взаимодействуют друг с другом, являются синергистами, они позволяют добиться максимально полезного эффекта. Основные ингредиенты получены из природных источников. Компоненты, которые входят в состав маски, были очень тщательно отобраны специалистами, изучены в лабораториях, протестированы, исследованы, в том числе с точки зрения именно эффективности их взаимодействия между собой при нанесении маски. В состав входит экстракт овса, что оказывает на кожу активное регенерирующее воздействие, выравнивает овес, ее рельеф и очень смягчает кожу, увлажняя ее. Экстракт орхидеи – это действенный омолаживающий комплекс, позволяет коже выглядеть подтянутой, питает кожу, опять-таки стимулирует ее регенерацию. Гиалуронат натрия – волшебный гумектант. Он притягивает, как в памперсе, влагу из внеклеточного пространства внутрь кожи. При этом гиалуронат натрия имеет значительно меньший размер молекулы по сравнению с гиалуроновой кислотой, которую ставят инъекционным образом. Гиалуронат натрия в этом случае имеет большее преимущество своим меньшим размером молекулы, что позволяет ему глубже проникать в кожу. Экстракт акмеллы. Он получен из теплолюбивого растения, которое растет в Средней Азии. Он способствует обновлению фибробластов, клеток, которые синтезируют коллаген, который позволяет коже выглядеть упруго. Улучшается овал лица, уменьшается глубина морщин. Церамид – это природный липид, который является основным структурным компонентом внешней структуры кожи. Церамид формирует липидный защитный слой кожи, ее вторая кожная мантия – защита от инфекций, механических и химических раздражителей. Маску
лучше использовать на следующий день после пилинга для достижения наиболее эффективного результата. За день перед применением маски рекомендуется сделать пилинг для улучшения биодоступности активных компонентов биоцеллюлозной маски, но не в этот же день. Маска настолько щедро пропитана активным составом, что капельки после извлечения самой маски останутся внутри пакетика. Этого количества вам хватит для того, чтобы нанести остатки ингредиентов на шею, область декольте и кожу рук. Когда будете использовать маску, прикройте глаза, и клапана биоцеллюлозы прикроют ваши веки, что позволит напитаться увлажняющими ингредиентами всю орбитальную зону. Не стоит оставлять маску дольше, чем на 30 минут, потому что биоцеллюлозная основа маски начинает подсыхать, и она оттягивает обратно влагу из кожи. Маску на ночь не оставляйте, вы рискуете проснуться с пересушенной кожей. А вот смывать остатки состава маски не нужно. Их нужно вмассировать пальцами, и пусть они работают всю ночь. Основа состава маски является средствами премиум-класса. Биоцеллюлозу получают в результате микробиологической ферментизации натурального сока кокосового ореха. Стоимость из-за этого маски достаточно высокая и относительно продуктов химического производства. Эта маска содержит свыше 20 активных ингредиентов, и компания вложила большие средства для того, чтобы исследовать, разработать состав и технологию производства этой маски. Что касается того, готовы ли вы потратить деньги на свою кожу, это решать вам самим. Только вы можете знать, сколько вы сама для себя стоите. Биоцеллюлоза, являясь продуктом новейших технологий, известна с глубокой древности. В условиях теплого и влажного климата Юго-Восточной Азии в растительном соке развивается сообщество уксусно-кислых бактерий и дрожжей, которые образуют на поверхности плодов гель-пленку биоцеллюлозы сантиметровой толщины. Как вы думаете, что с ней делали местные жители Юго-Восточной Азии? Да, они ее ели и используют в кулинарии до сих пор. Некоторое время назад был очень популярен чайный гриб. Возможно, кто-то из вас дома выращивал его. Это кисло-сладкий напиток. На самом деле это как раз и есть целлюлозная гель-пленка с включенными в нее клетками некоторых видов дрожжей. Но настоящий всплеск и бум популярности биоцеллюлозы начался в начале 21 века, и его источником стала именно медицина. Уникальные свойства биоцеллюлозы оказались неоценимы и сохранили жизни многих людей после ожогов, восстанавливая поверхность кожи. Также биоцеллюлоза известна как антисептический препарат, покрывающий кожу при лечении ран и ожогов. В промышленном уровне синтезировать биоцеллюлозу до сих пор не удалось. Ее возможно только в микробиологических лабораториях производить небольшими количествами. Именно поэтому дороговизна маски пусть вас не удивляет. Сейчас из биоцеллюлозы в медицине стали изготавливать даже протезы кровеносных сосудов, и они совсем не отторгаются организмом человека. И биоцеллюлоза на сегодняшний день уже регенерирует даже костную ткань. Успешное применение биоцеллюлозы в медицине привлекло внимание и косметических компаний. Поэтому наша компания самая первая произвела такую уникальную маску на свет. Это очень тонкий технологический процесс, и он требует обеспечения культивирования специальных штаммов микроорганизмов и питательных сред. Исторически самой первой средой, на которой выращивались эти штаммы, была среда винограда и сока виноградного. Сначала на нем выращивались эти штаммы микробиологически, а вот сейчас используется кокосовое молоко. И на сегодняшний день также из биоцеллюлозы изготавливается антисептический перевязочный материал. Это особая мембрана, которая не выпускает наружу молекулы компонентов.
То есть все, чем будет пропитана биоцеллюлоза, именно позволит внутреннему поступлению под нее. Это в 10 раз лучше позволяет проникнуть активным компонентом, чем даже инъекция. Представляете ее эффективность? Ну, действительно, мы шагнули вперед. Это революция. Позволяет создать моментальный и пролонгированный эффект в том числе. То есть после того, как вы использовали маску, она еще работает неделю. Неделю восстанавливает, регенерирует вашу кожу. Это буквально восстановление второй кожной мантии. И эти маски идеально идут для любого типа кожи, да, всем тем женщинам, которые в домашних условиях хотят уже вступить в борьбу с признаками старения и увядания своей кожи. Я желаю нам успешных продаж. С вами была Алена Клименко, ведущий лидер компании Mary Kay. Уверена, что с помощью нового продукта мы сделаем нашу компанию компанией номер один по уходу за кожей. Категория средств по уходу за кожей – это основная категория средств, которой мы гордимся и даем возможность молодости себе и своим клиентам. Успешных нам высоких продаж нового продукта!